Дагестанские фермеры начали поставлять овощную продукцию в Санкт-Петербург. С предпринимателями пообщались специалисты Минсельхозпрода. В планах продавать томаты, огурцы, фрукты и другую продукцию. Напомню, что в Дагестане ежегодно производится более 1 миллиона тонн овощей. Около 60% приходится на капусту. Ее выращиванием успешно занимаются овощеводы Левашинского, Акушинского, Дербентского, Буйнакского и других районов. В связи с чем возникает вопрос о сбытии сельхозпродукции. Поэтому в приоритете развития кооперации малых форм хозяйствования. Мы и дальше намерены искать и расширять рынки сбыта. Также это же предприятие, куда мы сейчас поставляем эту капусту, намерено расширить ассортимент по поставляемой продукции. Это и овощи закрытого рынка, помидоры, огурцы и овощи, фрукты, производимые на территории Республики Дагестан.